никогда не хотелось дирижировать хором? Нет, честно говоря, личное мнение, впрочем, как и петь в хоре тоже. Если, конечно, речь не идет о занятиях в школьном хоре. Не тогда другое дело. Но согласитесь, не так уж много в нашей школьной программе предметов, во время которых можно вроде бы и учиться, но в то же время ничего не делать. А занятия школьного хора иногда занимали сразу по два урока, особенно накануне каких-то больших праздников. Нет, ну правда, лафа. Если, конечно, ты не сидишь где-нибудь в первом ряду, или, не приведи Господи, ты еще запевала в этом самом хоре. А ряду где-то в третьем-четвертом посередке. Милое дело. Крутись направо-налево, толкай впереди стоящих. И главное, не забывай вовремя раскрывать рот пошире. Причем и слов песни учить совсем не обязательно. Ведь ты же, как и нормальные твои сотоварищи, проговариваешь это время не те слова, написанные авторами, а какие-нибудь свои, смешные, чаще всего малоприличные. Всего нас смешила сама эта наша хоровая руководительница. Началось это еще с самого первого появления ее в нашем классе, когда после очередных летних каникул распахнулась в дверь, и вместо привычной уже хрупкой девушки-практиканки появилась довольно-таки крупная женщина, уселась на стол и водрузила себе на колени баян или аккордеон. Да это и не важно. Уже сама по себе женщина с баяном на коленях — это что-то такое, что никак не вмещалось в наших детских головах. Вот этот баян, сама она, все это никак не могло не вызвать у нас желание как-то над нею посмеяться. Иногда доходило до таких шуток, что и не до смеху вовсе было. На самом деле я был всегда ярым противником, каким бы то ни было насмешек и уколов над кем угодно. Нет, конечно, не вслух, так, где-то внутри себя. Но она, эта наша музыкальная руководительница, но над ней просто невозможно было не посмеяться. Когда она дирижировала хором, ну то есть нами, она всегда ставила перед собой вот такую вот штуку. Она ее почему-то называла пульт, что опять никак не умещалось в наших детских мозгах. Но как вот эту вот несчастную штуковину для переворачивания каких-то дурацких нот можно назвать таким значимым и весомым словом пульт? Мы понимаем, пульт — это пульт управления полетом или пульт дистанционного управления. А это так, пюпитр. Но у нее, у нашей музыкальной руководительницы, когда она стояла вот за таким вот пультом, вид был такой величественный, как будто бы ей в этот момент казалось действительно, что она нами управляет. Мог ли я тогда подумать, что пройдет какое-то время, и я сам окажусь вот точно за таким вот пультом? Да и вообще, что мы, тогдашние, могли знать о нас нынешних? Но все равно, прошло уже много-много времени, но я по-прежнему упорно продолжаю называть вот эту вот штуку пюпитр, а уж никак не пульт.
жизни не шел, а бежал, и погода хватала мне силы. Я по жизни бежал, эстафету держа, как заманчиво и упоительно было над угольями мясо держа. Я в однажды сноша удорожила душу мою новизна, и метелила тело, ни законов, ни правил, да в общем не знал, но старался все правильно делать, и за пазухой злобы отравленных жал. Никогда не держал школы жизни моей, а снова затянувшийся шрам на лице. Вначале было слово, вначале было слово, что же будет в конце? Я по жизни не шел, а бежал, и в реке под названием слава купался. Перед сильными не лебезил, слабых не обижал, а бывало, что и заступался. По пути в попыхах не один раз упал, но запал не пропал. Было дело, поймали меня и пытать, но я прямо держался. Я сперва порывался им все рассказать, но потом почему-то зажался. Рановато еще, нужно силы беречь. Прощальную речь не подходит мне роль связного, так открыта из окон цель. Вначале было слово, вначале было слово, что же будет в конце? Я по жизни не шел, а бежал, тормоза, это дело пустое от любви. Детонируя голос, дрожал, извините, спасибо не стоит. Может, кто-то из вас в многоточии дней станет ближе, родней. Самолетом в ангар, поездам на вокзал, кем-то все так придумано ловко. Утираю от пота глаза, где же, где ты, моя остановка, на которой гвоздем на перу воронья. Напишу, здесь был я, до свидания, увидимся снова на какой-нибудь улице. Вначале было слово, вначале было слово, поглядим, что в конце, поглядим, что в конце, поглядим, что в конце. Учился в школе. И согласитесь, ведь сочинение — это не самое сложное, через что нам пришлось тогда пройти. Уж во всяком случае это лучше, чем какое-то изложение или диктант. Тогда нужно было что-то помнить, знать. А сочинение — это так, полет твоей фантазии. Особенно если на вольную тему. Я помню темы наших сочинений. Как я провел лето, или о профессиях, кем быть, или что мне нравится в людях и не нравится в себе, да? Да масса. Хотя называлось все это на вольную тему, вольного это было на самом деле очень мало, ведь тема уже была задана. И все равно сочинение лучше. Ну-ка, будет тут ужин, ежели простужен, просто так приятно это понимать, как больной и хилый был кому-то нужен. Ты на этом свете в доме 25. Ну какая Ирка, если в доме стирка? Мама, ну за что так? Чем я заслужил?
Равно Богу Лёхе, милая квартирка, но тогда еще я с Лёхой не дружил. Долго заводилась дедова победа. Да не та, что в мае, та, что в гараже. Бабушка, ну хватит, не ругайте деда, это же я без спросу выбежал уже. Мне всегда почему-то не хватало времени. И не потому, что я писал какие-то слишком уж длинные опусы, хотя и короткими тоже не назовешь, но просто мысль где-то постоянно долго витала, и удавалось ее поймать уже тогда, когда добрая половина урока оставалась далеко позади, поэтому чаще всего все дописывалось под жестяной скрежет школьного звонка. Ну при чем культура, если физкультура и козел Серега пропускает пас? Так еще училка, ну такая дура, перед целым классом поучает нас. Ну какая горка, ежели уборка, и с утра серьезный спать и разговор. И за место горки, вероятно, порка, а за место фильма выбитый ковер. Прекрасная далека от чистого истока, от чистого истока мы начинали путь. Мне почему-то особенно запомнилась тема сочинения «Твоя мечта». Нет, не само сочинение, из написанного я вообще ничего не помню, но запомнилось то ощущение, то состояние, как, в котором все тогда писалось. Вот помню луч солнца, который бил из окна прямо в глаз. Помню постоянное верчение моей соседки по парте. Даже помню запах ее волос, когда она меня лупила по лицу своими хвостами при каждом повороте головы. Все помню. А само сочинение не помню. Хотя переписывал его, по-моему, 2 или 3 раза. Как будто старался из всех своих мечт выбрать самую главную. А все, на удивление, как-то легко и быстро справились с заданием. А я все сидел, пыхтел, пыжился. Почему? Может быть, мне тогда показалось, что я сейчас вот не просто записываю в тетрадку свою мечту, а может, в этом есть какая-то магия? Может, мне показалось, что если я сейчас перенесу на бумагу то, о чем мечтаю, то моя мечта, в конце концов, когда-то обязательно сбудется. Ну, при чем уроки? Если на пороге то, что вот немного и произойдет, и дрожали руки, и немели ноги от того, что кто-то в комнату войдет. Гениальна в своей простоте книга. Дети пишут Богу. Отрывки из детских сочинений на заданную, но тем не менее вольную тему. Если бы все, что я написал, когда-нибудь уместилось в книгу, эпиграф я взял бы оттуда. Взрослые плачут глазами, взрослые плачут слезами, а маленькие плачут сердцем. Маленькие плачут жизнью. Но если взрослый плачет, как маленький, тогда он и на самом деле плачет. Дым от сигареты, дымка над рекой. Скоро я для мамы и подбитый глаз. Время доберется, будет и такое, но не в этой песне. И не в этот раз надо искать бы раму от велосипеда или без билета прошмыгнуть в кино. Бабушка, ну хватит, не ругай ты деда, просто ты забыла, нет его давно. Прекрасная далёка.
наивно и глупо задавать ребенку тему сочинения «Мечта». Сейчас-то и не мечтают вовсе, сейчас планируют. Но если бы что-то подобное мне довелось сделать, то и тему для сочинения я тоже придумал какую-то, ну, что ли, более практичную. Ну, скажем, куда сбываются мечты? Я в 4 года знал уже 16 букв. Название парохода мог любого прочитать, но не ходили пароходы мимо дома моего. И капитаном дальних рейсов понял я, что мне не стать уже тогда, когда светило солнце ярче, чем сейчас. На час вперед переводились часы, и сыпал с неба Господь лопатой на меня. Толстого, смешанного, лопоухого на оба уха, и знавшего уже 16 букв. Я в 4 года знал, что вертится земля, и потому старался тверже делать первые шаги. А если падал, был уверен, что до свадьбы заживет, на всякий случай наводя селенкой жгучие груди. Уже тогда, когда светило солнце ярче, чем сейчас, на час вперед переводились часы, и сыпал снег Господь лопатой на меня. Такого толстого, смешанного, лопоухого на оба уха, и знавшего уже 16 букв. За что, а то вскочил бы на подножку, когда хочется неистово туда, куда светило солнце ярче, чем сейчас. На час вперед переводились и часы, и сыпал снег Господь лопатой на меня. Такого толстого, смешного, лопоухого на оба уха, и знавшего уже 16 лет. Но поскольку я сам затеял этот разговор, и чтобы быть уж до конца честным и откровенным, я готов сделать это признание. Я никогда в жизни не мечтал стать космонавтом. Да что космонавтом? Даже просто летчиком я никогда не мечтал быть. Но признаться в этом я никому не мог. Поэтому всякий раз, когда дело доходило до сочинения на подобную тему, я честно и искренне писал: вырасту и буду космонавтом. Хотя уже тогда себя позиционировал как взрослого и серьезного человека. Но на всякий случай тренировал вестибулярный аппарат, кружась под горящей лампочкой. Но уже тогда, в классе в 5-6, я точно знал, что я хочу быть писателем. Теперь вы понимаете, почему я не мог никому об этом сказать? Нет, ну подумайте, каково бы было бы моим родителям, когда бы родители прочих космонавтов, танкистов, полярников и пожарников случайно встретишь и спросили бы: ну а ваш-то куда метит? Так и представляю я глаза, когда они говорят: а наш писатель будет. И быстро, стыдливо отводили бы в сторону глаза. Теперь вы понимаете, что на это я пойти не мог. Но в душе я был писателем. Ну и что, что ничего не написал?
Зато каждый раз, ложась спать, я сочинял очередной новый рассказ. И тысячи томов пылились в книжных завалах моей головы. А рассказать об этом я никому не мог бы. Нет, если бы я уже был писателем, то все бы, конечно, сказали бы, какая замечательная книга. А так, ну а что я мог рассчитывать, что какой-нибудь взрослый погладив меня по голове, сказал бы моим родителям, ну ничего, перерастет. И однажды я решил раскрыться. И чтобы сразу всем и все доказать, я решил написать книгу. Я не понимаю, почему некоторые писатели подолгу сидят, мучаются, что-то выдумывают. Я ничего не выдумал, я вообще не мучился. Наоборот, как только я решил, я еще неделю ходил и тихо ликовал. Так, условно, я уже все сразу и написал. Спустя неделю я решил все-таки приступить к подготовке. И для начала пошел и на сэкономленные деньги купил чернильную ручку. Не золотым, конечно, пером, но все-таки мне почему-то казалось, что все лучшие книжки написаны именно такими вот ручками. Потом потихоньку я натаскал у взрослых несколько листов красивой белой бумаги. Так она нигде не продавалась. Нет, на почте лежала какая-то, но совсем ужасная другая. Она и называлась как-то странно «Пищая». Я был абсолютно уверен, что для того, чтобы в нее пищу заворачивать. Да она, собственно говоря, уже выглядела так. В общем, через какое-то время я был готов. Я уже наверняка знал, о чем будет моя будущая книга. Ну, конечно же, о пиратах. Ладью, бросая взгляд за горизонт туда, где кажется ему раскрыты двери, то собирается народ, чтобы сказать ему адью. И в эту встречу через год, и в эту встречу через год почти никто не верит. Когда качается волна, она или случается война с самим собой, тогда и жизнь само собой тебе вдруг кажется сполна. Разве ты когда-нибудь, стараясь что-то доказать, в дальний путь на чьи-то злые языки, махнув рукою, но по пути не позабудь узлом потуже привязать себя к той мачте, на которой паруса тебя уносят в небеса. И все такое, когда качается волна или встречается она, или пистолет, или длинная шпага, и обязательно повязки через один глаз. А среди них капитан, а он тоже пират, но он добрый и славный малый. И тут абордаж.
или не победили, и сразу же сундуки, а там золото, женщины, и сундуки на борт, а всех женщин за борт, потому что, чтобы никакой любви, только пираты, потому что уже тогда я понял, что любовь портит все, самую лучшую книгу, самое лучшее кино, когда безумный мореход вернется в пристань родной. Навстречу высыпет народ, навстречу высыпет народ своим глазам не веря, но наплевать ему на всех, ему достаточно одной. Что прождала на берегу, что целый год не забирала,